Всем привет, братья ДСМщики. Вот коллектор у меня впускной. Такой вот вопросик у меня к вам. Впускной коллектор. Прокладочка вот родная. Так. Вот она вот так вот идет. То есть мы вот видим. Тоже здесь все нормально. То есть, ну, родная, ну, прокладка. Коллектор от атмосферного мотора. Так, что дальше? То есть, прокладка у нас встает вообще, то есть, все вровень. То есть, везде ровно, то есть, все отлично вот. А вот у нас башка. Как я понял, она уже от Mitsubishi второго поколения турбо. Турбированного мотора. То есть мы видим уже вот у нас каналы намного меньше. Воздушные. Вопрос, вот это как-нибудь повлияет или нет на атмосферники. У меня атмосферник, то есть я не знаю, как поток воздуха же он будет идти, будет упираться. Тут будет создаваться завихрение, конечно, это нехорошо. Но я не знаю, как-то я ездил, блин, даже не почувствовал. Но это может быть, я просто не ездил на нормальном. Или мне нужно будет искать коллектор от турбо, потому что были поменьше. Вот, вот у меня первый. Вот вообще первый вариант у меня. Либо тут пилить, вот эти там растачивать шарушкой. Или там чем? Там растачивать бормашинкой. И чтобы все было вровень. К этому варианту я отношусь негативно. Чтобы не портить башку, проще будет, наверное, намного правильнее будет в дальнейшем взять коллектор от турбо и поставить турбинку. Поставить турбинку, и все будет нормально. Движок у меня 6-болтовый. Как я почитал, он вообще самый отличный. Вроде так, вроде нет, точно не знаю. Ну, натяжитель у меня вот такой вот. Натяжитель вот такой вот. Либо мне искать два коллектора. Выхлопной с турбиной. И впускной. Что посоветовать? Ладно, всем удачи. Жду вашего совета.